Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Сейчас на странице 75 мы выполним задание под номером 2. По заданию учебника на странице 161 запишите основные сведения о почвах вашего края. В разных местах нашей страны почвы не одинаковые. Ученые-почвоведы различают большое число типов почв. Одно из самых важных свойств земли – это ее способность воспроизводить необходимые полезные растения и насаждения. Плодородие зависит от типа почв, на которых находится данная территория. Почвы Псковской области, в которой я живу, в основном болотные, пойменные, подзолистые, зерново-карбонатные, зерново-подзолистые, зерново-глеевые, зерново-карбонатные и болотно-подзолистые. Ну, вообще, самые распространенные в нашей стране почвы – это подзолистые. Наша Псковская область не является здесь исключением. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.